31 глава книги пророка Иезекииля. В 11 году, в 3 месяце, в 1 день месяца, было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи фараону, царю египетскому, и народу его, кому ты равняешь себя в величии твоем? Вот Ассур был кедр на Ливане с красивыми ветвями, и тенистую листвою, и высокий ростом. Вершина его находилась среди толстых сучьев. Воды растили его. Бездна поднимала его, реки ее окружали питомник его, и она протоки свои посылала ко всем деревам полевым. Оттого высота его превысила все дерева полевые, и сучьев на нем было много, и ветви его умножались, и сучья его становились длинными от множества вод, когда он разрастался. На сучьях его вили гнезда всякие птицы небесные, под ветвями его выводили детей всякие звери полевые, и под тенью его жили всякие многочисленные народы. Он красовался высотою роста своего, длиною ветвей своих, ибо корень его был у великих вод. Кедры в саду Божьем не затемняли его, кипарисы не равнялись сучьям его, и каштаны не были величиною с ветви его. Ни одно дерево в саду Божьем не равнялось с ним красотою своею. Я украсил его множеством ветвей его, так что все дерева едемские в саду Божьем завидовали ему. Посему так сказал Господь Бог: за то, что ты высок стал ростом, и вершину твою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось величием его, зато я отдал его в руки властителю народов. Он поступил с ним как надобно. За беззаконие его я отверг его. И срубили его чужеземцы, лютейшие из народов, и повергли его на горы, и на все долины упали ветви его, и сучья его сокрушились на всех лощинах земли, и из-под тени его ушли все народы земли и оставили его. На обломках его поместились всякие птицы небесные, и в сучьях были всякие полевые звери. Это для того, чтобы никакие дерева при потоках, при водах не величались высоким ростом своим и не поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтоб не прилеплялись к ним из-за высоты их дерева, пьющие воду, ибо все они будут преданы смерти преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отшедшими в могилу. Так говорит Господь Бог: в тот день, когда он сошел в могилу, я сделал сетование о нем, затворил ради него бездну и остановил реки ее, и задержал большие воды, и омрачил по нем Ливан, и все дерева полевые были в унынии по нем. Шумом падения его я привел в трепет народы, когда низвел его в преисподнюю, к отшедшим в могилу, и обрадовались в преисподней стране все дерева Едема, отличные и наилучшие ливанские, все пьющие воду, ибо и они с ним отошли в преисподнюю к пораженным мечом, и союзники его, жившие под тенью его среди народов. Итак, которому из деревьев едомских равнялся ты в славе и величии, но теперь наравне с деревьями едемскими ты будешь низведен в преисподнюю, будешь лежать среди необрезанных с пораженным мечом. Это фараон и все множество народа его, говорит Господь Бог».